Здравствуйте, мои дорогие друзья, дамы и господа, мои подписчики. С вами опять Роман Головин. И сегодня тема лекции о влиянии растений на наш организм. Тема, на самом деле, очень широкая. Конечно, все аспекты подробные за одну лекцию не смогу сегодня описать, но постараюсь максимально доступно, интересно и понятно сегодня изложить свои мысли. Иногда, когда я начинаю лекцию, я даже не знаю, куда мои мысли пойдут в этой лекции, потому что часто просто информация извне идет, и я делюсь с той информацией, естественно, и ту информацию, которую мы из ченнелингов получаем, куда меня направляют, в тот момент я это и говорю. Итак, все вы знаете, что мы все время взаимодействуем с растением, которое находится у нас на планете. Растений очень много различных. Они в воде растут, они и на суше растут, и в горах растут. Растения, они составляют очень большой, значимый кусок в нашем мире. И как же они могут влиять на наш организм? Кто-то уверен, что только лишь животная пища человеку помогает выживать. Многие считают, что растительная пища главная, а животная пища, она не нужна организму человека. Свою точку зрения я очень много раз говорил на своем канале. Те, кто подписан на мой канал, давно знают мою точку зрения и точку зрения сущностей. Сейчас я не буду очень глубоко залезать. Опять же могу сказать, что на растительном питании вполне большинство людей на Земле могут существовать без всяких ограничений. Так как многие врачи до сих пор считают, что если человек не ест мясо, то у него будут проблемы огромные с белком, со здоровьем. Такое количество белка не нужно организму человека. В растении также существуют все незаменимые аминокислоты. Есть такие растения. Врачи об этом не говорят, умалчивают. У человека больше все-таки жевательных зубов. И сегодня все таблетки, все растения считаются, что влияют одинаково на всех. Я говорю категорически нет. Растения не могут на каждого влиять одинаково. Есть какие-то общепризнанные растения, которые практически на всех очень хорошо влияют. Но кто-то скажет, вот там, например, лен, например, или зеленая гречка, там, да, или какой-нибудь бамбук, например, полезен всем. Нет. Есть люди, которым это не полезно, есть это не надо. А опять же, повторюсь, что у человека есть определенная программа, с которой он рождается, и там периодически ему вносят в эту программу, какие продукты за какой промежуток времени ему принесут максимальную пользу, и что он должен больше есть, и какие продукты ему больше принесут здоровья, больше энергии, от чего он будет себя лучше чувствовать. Если вы там, допустим, купите какой-нибудь Феррари, например, туда надо лить сотый бензин, а вы льете 92-й, естественно, не проблемы начнутся. Если такому организму предназначено постоянно кушать больше гречки, например, там бамбука, там каких-то грибов, там фруктов каких-то определенных, и вы будете есть постоянно мясо, молоко, творог, естественно, будут проблемы. Поэтому нужно быть очень внимательным, либо обращаться к контактеру, через него узнавать, либо, если у человека интуиция хорошо развита, как я начинал с растением заниматься, методом проб и ошибок. То есть сначала я так питался, потом так, послушал одно видео, другое, третье. Но это когда ты с утра до вечера свободен, у тебя нет финансовых проблем, вот, ты не обременен какими-то семейными обстоятельствами, работы у тебя не так много, ты еще можешь на себе кучу разных экспериментов ставить. Когда люди живут в современном мире и не так много времени на эксперименты, а здоровье оно одно на самом деле. И когда и зубы портил я, и когда и энергии не было, и я не понимал, как это делать, потому что было горстка сыроедов, вот, которые учили всю страну, как надо питаться. В итоге ни тот, и ни другой не сыроед, и не третий, который учили это делать. Вот, фамилии, естественно, называть не буду. Те, кто увлекается сыроедением, они примерно знают, о ком я говорю. Поэтому таких людей, конечно, на каком-то периоде, конечно, слушать нужно, но все равно делать свои выводы. Естественно, мы работаем индивидуально, и поэтому, опять же, хочу сказать, что растения, к сожалению, к большому сожалению, не все подходят большинству людей как бы одинаково. Какие-то растения, да, повышают артериальное давление, какие-то убирают головную боль,
какие-то просто общие болевые ощущения снижают, да, снижают болевой порог. Какие-то растения противовоспалительные. Опять же, должна быть золотая середина, да, вот многие люди, они очень сильно заточены, и сыроеды много наговорили такого, что дикие растения, они реально просто топ всего, как бы, да, верх всего, предел всего, мечтаний, что их нужно постоянно есть, и это очень полезно. На самом деле, вот мы сколько с Анастасией контактировали, спрашивали слева и справа, и сверху, и снизу, очень много людей прошло через нас. Ни разу я не слышал от сущности, что нужно есть дикорастущие травы. То есть вполне есть то, что растет вот в садоводческих товариществах у вас на огороде, вот домашние какие-то культуры, как бы. То есть, пожалуйста. А если кому-то хочется, конечно, это не запрещается, но опять же говорю, везде нужна золотая середина. То есть не надо пить иван-чай тоннами, как бы, да. Есть какая-то золотая середина. Не нужно там, если кто-то нашел качественный зеленый чай, там он чувствует, что на этом чаю ему хорошо, не нужно постоянно его там литрами пить. Все равно будут проблемы. А кто-то там ромашку почувствовал, чудодейственные свойства на себе, кто-то еще что-то. И когда человек постоянно в большом количестве это употребляет, это тоже все чревато. Можно пить разнотравие, да, то есть разные травы добавлять. И травы, они, если не прописаны в организме человека, в принципе, можно любые использовать. Но, опять же, в определенном количестве. И нужно понимать, а если у человека там повышенное артериальное давление, либо какие-то воспаления есть, и он думает, что сейчас я попью травки, и все пройдет. Нет, не пройдет. Потому что есть причина заболевания, почему просто так ничего не возникает. Если возникло заболевание, например, да, человек более-менее правильно живет, правильно питается, стоит задуматься. Ага, либо карма какая-то, либо жизненный урок, либо темные пришли, внедрили болезнь, либо порчу кто-то сделал, либо сглазил и так далее. То есть это надо другими способами убирать. Человеку это недоступно обычному. Если человек, естественно, неправильно питался, это понятно, долгое время, и человек с помощью трав, там, каких-то растений, просит у растений, энергию от них получает, что-то прикладывает, ну, разными способами, естественно, либо что-то использует, какие-то отвары делает из этих растений, почек, побегов, там, корешков и так далее. Опять же, нужно изменить просто свой образ жизни. Травы, они будут вам просто помогать второстепенно. То есть не первостепенно, а вторично. А многие люди настолько свято верят в разные там вещи, что чудо там какой-то там, золотой корень там, чудо, какая-то травка дикая, очень-очень полезная, где-то в горах в чистом месте растет, да. Либо какая-то ягода очень полезная. Да, они полезны, но опять же говорю, человеку не нужно есть это килограммами, чтобы восстановиться. Нужно просто более-менее правильно питаться, и организм сам постепенно будет восстанавливаться. И он излечится от всех заболеваний, которые ему пришли приобретенным путем. То есть от неправильного образа жизни, от неправильного питания. Естественно, много достаточно заболеваний существует, которые просто так не излечишь. А если человек пытается их излечить просто так, то у него возникает определенная проблема. Естественно, человек еще больше может наработать карму, что вообще влез в лечение этого заболевания, либо к доктору пошел и так далее. Итак, возвращаясь к теме лекции, то, что разные растения влияют на каждого по-разному. Если у человека, допустим, нет программы, человек на отдыхе находится, либо эти растения не прописаны, человек может, в принципе, все что угодно пить, есть, как бы, да, но все равно растительная пища более благоприятно влияет на человека. Самому это проверить практически невозможно. А наш мир устроен так, что поскольку мы еще не развиты, должны находиться контактеры, да, и люди, которые могут контактировать с сущностями, с высшим разумом, с силами света, и через них получать для вас информацию. Но на Земле существует темное, естественно, этого не дозволяют. Поэтому уж давно бы на Земле были везде контактеры, на каждом повороте. Либо человек сам уже становится контактером, либо у него супер идеальная интуиция, как бы, да, либо какая-то одна сверхспособность редко открытая, и человек это все чувствует и понимает, что нужно делать. То есть каждый делает для себя сам выбор. Либо он методом проб и ошибок идет, как я в свое время, для того, как мы не начали заниматься ченнелингами. Там 5-6 лет на это уходит.
кто-то зубы портит, кто-то здоровье портит, кто-то органы там просто изнашивает конкретно, да, скачет вес, то набирается, то падает, там, да, то еще что-то. Кто-то пытается доказать всему миру, как я в свое время тоже. Вот я сейчас накачаюсь, там буду здоровым, там я всем докажу, что на растительном типе питания можно мышцы иметь и так далее. К сожалению, не только правильное питание играет значение, но играет значение предрасположенность к накачке мышц, да, там, какая масса тела изначально у человека заложена. И бывают люди, которые на мясоедении, на всеедении и выглядят хорошо, и мышцы рельефны. А бывает так, что вот я вроде бы качался, но таких рельефных мышц никогда не было, потому что это в программе у меня не прописано. Специально я это, конечно, прописывать не буду, потому что никому не нужны мышцы. Они в жизни ничего не дают. Там, тело умерло, червячки съели тело. А то, что мы наработали, да, внутри себя, да, живя на этой планете, это самое основное. Вот. А ходить заниматься в зал, да, надо, конечно, ради удовольствия, а не ради какой-то там фигуры там для чего-то и так далее. Конечно, фигура тоже нужна, но кубики, конечно, это уже излишне, потому что время, я думаю, что взрослого человека никогда на это не будет. По крайней мере, те люди, которые имеют семью, работу и духовно развиваются, у них время на это физически просто не останется. Так что растения, они хоть и дают энергию, да, вот то, что я немножко в середине лекции рассказал, когда люди подходят, получают энергию от растений. У каждого свое дерево, свои деревья, так как я говорю, у каждого свои металлы, свои камни, которые выделяют энергию, свои цифры счастливые, да, свои страны проживания и так далее. Также свои деревья, к которым надо подходить. Есть деревья, которые забирают энергию, есть которые деревья отдают энергию. Есть места, где вообще ходить нельзя, где эти деревья растут и так далее. То есть много чего такого, что еще люди не знают. И многие люди, они просто спонтанно где-то что-то услышали, там вот места силы, там поехали туда, там и вот другие места, где деревья скручиваются прям бубликом, там значит это плохое место, туда не пойдем и так далее. На самом деле все не так, и не так все прямолинейно. Опять же, все индивидуально, что у деревьев, что у человека, что у животных. Поэтому всегда, прежде чем что-то вы делаете, какие-то книги читаете, находите на какие-то семинары. И если вам говорят, все одно и то же для всех, можно смело вставать и уходить с этих семинаров, это не будет воздействовать на всех одинаково. К сожалению, у 99,9% населения Земли знаний нету. Кто-то один что-то написал, может быть и темные написали, потом люди повторяют за этими людьми и так далее. Очень много существует сегодня такого, что ну просто вот мы свято в это верим, мне хочется просто на камеру там говорить и бежать там кого-то еще. Но, к сожалению, такие люди, как Рерих, там они темными были, например, да, многие из нас не знают. И таких людей очень много. И когда вы попадаете ко мне на канал, и вы слышите совершенно противоположную информацию, кто-то воспринимает ее сразу, она гладко ложится, кто-то не очень ее воспринимает. Это уже дело каждого. Каждый развивается, понимает, ищет, проходит через меня, идет дальше, там пытается что-то найти. Но, к сожалению, вокруг да около будет бесконечно ходить, пока сам человек не откроет сверхспособности. Потому что большинство людей хотят чудо прям. Вот так вот сделал, опа, и руна через секунду заработала. Либо у человека какие-то неизлечимые болезни, там обратился к сущностям, оба, а через неделю все прошло. Такого не бывает. И поэтому большинство людей этого не понимают. И чтобы это понять, это надо много лет смотреть мои видео, впитывать себя, чувствовать, брать какие-то консультации, переваривать. Единственный путь, чтобы это понять на себе. Других вариантов нет. Потому что многие люди, они пытаются через кого-то что-то как-то почувствовать, пройти, как бы, ну, зачастую это тупиковые моменты бывают, а человек это не может понять, только лишь методом проб и ошибок. Так же, как и грибы. Одним вообще не показано, другим там одни грибы подходят, другим другие грибы подходят. Третьим морковка подходит, четвертым груши больше подходят, кому-то вообще зелень не подходит. А нам сыроеды расскажут, что зелень это вообще чудо средство, то есть зелень надо всегда есть. И даже без зелени можно спокойно жить и никаких проблем не будет. Видел таких людей, как бы даже судя моим, ну, родственникам некоторым, да,
Люди много лет вообще ни фруктов, ни зелени, ничего не ели, чувствуют себя замечательно и прекрасно. Все зависит еще от программы, сколько человек живет, допустим, да, сколько он ест, в каком месте он живет, сколько он спит. И энергия, естественно, вырабатывается. Ведь фрукты, зелень, там, вот эти все растительные вещи, которые мы используем, они же рассчитаны для того, чтобы давать энергию определенную, чтобы организм мог существовать на этом виде энергии. Естественно, организм не понимает, что такое витамины, ферменты, минералы. Он понимает определенные энергии, которые поступают. Из зелени такая-то энергия поступает, там, из морковки такая-то энергия поступает, из мяса такая-то более грязная, грубая энергия поступает, из молока тоже такая же энергия поступает, более грубая, грязная. Вот. Ну, грязная это в кавычках, то есть это, чтобы вам понятнее просто было, да, то есть нет такой грязной, чистой энергии, просто более грубая вибрационная энергия, да, вот и более такая высокая вибрационная энергия. Так что те люди, которые питаются и находятся на растительном типе питания, чем тоньше человек питается, тем легче духовно развиваться, избавляться от заболевания, он легче мир чувствует. Когда вы смотрите какую-то информацию на канале у меня, у других людей, вам проще почувствовать, потому что многие люди, которые приходят, в последнее время еще много новоиспеченных людей начинает появляться, и они ощущают некоторую информацию четко прямо. Некоторые они запутались наоборот, потому что еще не так развиты. Хочется понять, почувствовать, как бы, да. Начинают много вопросов задавать, хотя все эти лекции уже на канале давно существуют. Просто берите, смотрите, мотайте на ус, пересматривайте, и мозаика в голове будет постепенно выстраиваться. Естественно, растительный мир очень большой мир, и без него мы бы не развивались. Чем дальше мы будем развиваться, тем меньше у нас будет деревьев на земле, тем меньше будет животных у нас на земле. То есть мы более самостоятельные были, когда человек еще не такой развитый был, был более богатый растительный, животный мир на земле. Многие животные сейчас вымирают, растения вымирают, вырубаются. То есть такое количество растений и животных на земле больше не нужно. Те, кто создали эту землю, они начинают это контролировать. Вот, и потихонечку вот это количество сокращается. Но если вы внимательно смотрите разные новости, передачи, и показывают, как и животные выбрасываются, и как растения постепенно погибают. То есть это тоже не все просто так происходит, ну и еще экология, конечно, ухудшается, ну и плюс еще сами создатели, они постепенно как бы, да, убирают все это дело, потому что человек уже становится более самостоятельным, и, естественно, ему легче развиваться становится. А ранее, естественно, многообразие был. Человек пробовал, что вот это за растение. То есть, так называемые, набирались как бы опытом земного, человеческого опыта. Помимо, естественно, духовного развития, еще нужен земной определенный опыт. Из жизни в жизнь душа его набирает. Да, он не первостепенный, конечно, но все равно он очень нужен. И всегда я заканчиваю лекцию, я бы с удовольствием дал бы вам все подробно, как бы, да, про все растения, про всех животных, про питание, но, к сожалению, для одного это чудо просто, растение или чудо, там, еда какая-то, а для другого это яд просто, понимаете, а на третье он никак не влияет. То есть вот так наш мир устроен, к сожалению, то есть нет такого, чтобы вот дать один блок, как вот вы идете к врачу, да, вам эту таблетку выписывают, ему эту таблетку выписывают, и 20-му тоже эту же таблетку будет выписывать. Да, у этой таблетки есть определенный эффект химический. Она воздействует там, на какие-то рецепторы, там, бета-рецепторы, альфа-рецепторы, да, и вот воздействует на центральную нервную систему, такие-то побочные эффекты, только у одного их меньше, у другого их больше. Поэтому у нас все организмы разные. А третьим вообще все равно. Ну, уж горстями их есть, у них практически, ну, организм будет мало реагировать на это. Поэтому это все чувствительность организма, то, что прописано в программе человека. Как человек будет взаимодействовать с растительным миром. Кто-то даже разговаривает с растениями. Да, растения есть свои, как бы, свой язык и так далее. Растения любят ласку, естественно. Они на все это реагируют. Они живые, у них тоже душа есть. Когда-то наши души тоже развивались в растительном царстве. Проходили все эти ступени эволюции. Множество жизней жили там. Кто-то 100 жизней жил, кто-то 200, там, кто-то 50 и так далее. Растения также могут карму нарабатывать. Если поврежденные какие-то растения, там яблоки, груши, например, плоды, да,
с болячками, у них тоже есть карма, лучше их не есть, выбирать не битые, там, не больные и так далее. То есть об этом я в некоторых лекциях уже говорил. Кто не смотрел, можете открыть на канале YouTube мой блог по сыроедению, да, папка сыроедения. Там очень-очень много этих лекций существует. Вот. И многим людям будет просто очень-очень интересно. Итак, заканчивая это видео, говорить можно бесконечно про растения, да, и все равно они, к сожалению, все эти данные, они не подойдут всем вам. Они, естественно, индивидуальны. Всего самого доброго. Я думаю, что было познавательно, интересно. Пишите свои комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока.